Значит, ставим в духовку, обжариваем ее. Вот так вот здесь у меня уже обжарены. Этот я сейчас приготовлю, а эти заранее обжариваю, чтобы каждый раз не включать духовку. Посмотрите, как равномерно все прожарилось. На сковороде вот так вот не получится никогда. И дальше варим, как обычные макарошки. Итак, воду кипятим, солим и готовим дальше, как обычные макарошки. Я вот так вот минут 15 с открытой крышкой. Сливаем. Я ничего не промывала, ничего не делала. Посмотрите, оно и так какое рассыпчатое. Масло. Масло, не смотрите, что у меня много. Потому что у меня здесь не одна упаковка, а две. Дети очень любят, поэтому я готовлю много. Масло не просто растапливаем, а слегка обжариваем. Покажу вам. Вот так вот обжариваю. Темное не видно вам, наверное. Вот на дне, видите, обжарено уже. Мешаем мы его постоянно, чтобы не подгорело. Если обычная посуда была бы, не антипригарная, а черная, там видно, она обычно чуть-чуть прилипает. Вот, масло обжарилось. Все, перемешиваем теперь наши вермишельки. Все, перемешала я с маслом. Посмотрите, какое рассыпчатое. Мало того, что рассыпчатое, почему я готовлю, жарю его в духовке, не на сковороде? Во-первых, на сковороде мне не нравится то, что когда обжаривается с маслом сначала или без масла, потом добавляется вода, какая-то горечь получается после них, привкус горечи какой-то. А так они, во-первых, равномерно жарятся, во-вторых, у них вкус такой печеный, очень приятный, очень вкусный. Видите, какая большая кастрюля у меня. Я две упаковки обжарила и сварила, потому что дети его, ну, мой маленький Раулька, он очень любит. И часто просит, вот чтобы съел он. Вот, очень вкусно получается. И аромат совсем другой, как будто печеный. Ни, вот, ни горечи, ничего. Во-первых, после того, как варится, вода же сливается, и никакой горечи не остается. Видите, вот заранее обжарила, собрала в баночку. Поменьше, конечно, надо было баночку. И все. В следующий раз просто возьму и сварю уже обжаренные. Вот так вот вкуснятина у нас получается. Посмотрите, еще раз показываю, какой рассыпчатый. И не просто вот рассыпчатый, он еще реально, он вкус совсем другой получается в духовке, вот обжарить, и на сковороде. Попробуйте, если вы ни разу не пробовали. Потом напишите мне, понравилось вам или нет. Он для Раульки уже остывает. Ну а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока-пока!